Всем привет, я сейчас нахожусь в автомобиле Иж Москвич 412 77 года. Ну как-то так они выглядят, эти автомобили. За исключением, к сожалению, нет родного руля. Руль был утерян прежним владельцем. Я уже нашел два руля, но, к сожалению, за неимением вот такой приблуды самого этого механизма я не могу поставить родной руль. Но в принципе это не так проблематично найти. А так, да, вот, собственно, какой автомобиль. Вообще просто сказка. Нравится, очень нравится, честно. Ну это просто круто, это реально очень круто. Все. Это открываются двери, закрываются. Открывается. Вот. Это форточки. Открываются. Открывается форточка. Опа. В общем, такое транспортное средство. Закрывается, причем дверка, вот смотрите. Все. Вообще просто сказка. Вообще он, говорю, он одним пальцем. Все. Зверь, а не машина. Все, собственно. Хромированные зеркала. Точнее, одно зеркало. То есть только одно зеркало находится с правой стороны. Решетка, все хромированное, номер, причем номер, смотрите, как отгибается, это для кривого, то есть вставляешь и крутишь. Тоже все хромированное. Ручки хромированные, накладки дверные хромированные. А вот мой новый автомобиль. Вот старый. Новый. Сейчас посмотрим, как там двери закрываются. Смотрим. Слава богу. Ну, я думаю, вы сами все видели. Автомобиль 77 года одним пальцем закрывается. Автомобиль 2017 года полноценно всей рукой. Где логика, я не знаю.